и пытался передними лапками достать до пола с кровати. А они у него не доставали. Он такой тянет их, такой тянет, такой... Пробует их такой левой и правой дотянуться, у него не получается. Ну, типа, он не хотел прыгать, он хотел просто сойти. Вот, но... Так как его коротенькие лапки не позволили ему это сделать, он попытался где-то секунд 5 так сделать. Не получилось. И в итоге он прыгнул. Что-то дерьмовенько. А, уже нет. Стоп, я же ТПП запускал. Почему его в ПП? Иди отсюда. Я, чувак меня жестко заигнорил вообще. Черный друг? Как у Джоа? Нет. Как-то уж слишком накладно для прикола. На параше, блядь, умереть — самая позорная смерть. Ныкаться на параше и сдохнуть на ней — вот это вообще самое позорище. Блять, да, еще самолет нахуй пролети. Тебя мне еще не хватало. У меня здесь один чувак где-то еле топает. И самолет. Куда здесь только народу вообще взялось? Все типа по углам выживали? Выживали как могли? Семерых забрал. А сколько без меня забрали? Я себе еще с самого начала оружие нашел, так я, может быть, еще больше убил. Хотя не знаю. Походу вообще такая безжалостная сеча была. Походу, да. Таки да.
Таки дам там там, таки дам там там, таки там, таки там, таки там там там. Да, ребят, типа распаковка посылки будет либо в 9, ну между 9 и 10 часами вечера, либо если онлайн будет 1500, тогда распакую посылку. Вот типа вот так. А, в любом случае, распаковку посылки я размещу в группе. Да, то есть, если там кто-то хочет очень увидеть, но ему там надо будет уйти, или он будет там что-то другое смотреть, ну и не будет на самом присутствии, не будет присутствовать, то я размещу потом, вырежу со стрима кусочек и закину его именно в нашу группу ВК. Что за посылка? Да так, типа, двухметровая 15-килограммовая посылка. Я не знаю, что там. Понятия не имею. Там лыжи, ну кто знает, может быть лыжи. И такая надпись типа: вставай, поднимай жопу из-за компа, пиздуй заниматься спортом. Блин, спасибо огромнейшее за Twitch Prime Sub, подкидывайся на спинку кресла и кайфуй. Спасибо большое. Спасибо, что ты с нами. Ди. Дважды дал в него. Он остановился. Фильц. Он умер. Блин, он типа неаккуратно вышел из машины. Ну да, вот он неаккуратно вышел из машины, она дала юза и, блядь. Короче, ее чуть-чуть занесло и задавило его просто. Понятно, ну типа PUBG, типичный PUBG. Тачка задавила. Пока. Кама, вес дополнительного оборудования принадлежности 4,6 килограмм. Ну нет, там ящик деревянный, ну и, разумеется, он весит большую часть. Или не большую часть, я не знаю. Вот, ну и там что-то вот еще. Такое вот прям.
что-то там... Не знаю. Я не знаю. Сам хочу вот уже открыть, посмотреть. Сам хочу открыть, посмотреть. Ага, тут интересно. А того чувака она, разумеется, не видит. Блять. Тупые долбоебы. То есть он мне в тачку начинает стрелять, он не может ее взорвать. Этот дебил меня жмет, тот его не видит. Как с этой игры не подгорать, я не знаю. Ну и все, он доебался до меня. Он просто до меня доебался. Бля, дебил, вот так ты делаешь. Вот, видишь? Учись, сынок. Сына, учись. На машину взрывать. Тут с этим не справишься. Ладно, ты какой-то косожопый, да? Ты на меня даже не пойдешь, наверное. Ой, стрелок, божечки. Пожалей свой магазин, не трать патроны. Тебе повезет, если ты в упор в кого-то попадешь. Ой. GY Pro. Или Pro. Сейчас перечитаю данные. Ой. Сейчас попадет, случайно попадет. Или даже случайно. Блять. Братик, все, подвязывай. Подвязывай. Смешить меня. Ты миномет, что ли, вызвал? Попасть мне не можешь, вызвал минометный обстрел. Так я вот так сейчас прячу. Да, я в домике. Ну что там, горе-стрелок? Как у него дела? Будем с тобой воевать? А? Мистер ни разу не попал за два магазина. Мистер. Понятно. Походу пошел плакать в одну из комнат. В той общаге. Капа. Мак, твои предположения по поводу суперпосылки, я не знаю. Я не знаю, что это может быть такое двухметровое. Ну, что-то длинное. Но если это, правда, не двухметровый дилдак, то там, возможно... Вряд ли там запасная елка. Светильник. Не знаю. Это как его? Не, ну у меня была одна мысль, что это может быть каркас с гринскрином. Я такой подумал, что это может быть каркас с гринскрином. Ну просто, ну я не знаю, что еще может быть такое, типа, длинное. Или знаете, это типа рофл такой, такая здоровая длиннющая коробка, а там лежит какая-нибудь такая, знаете, типа спичечного коробка какая-нибудь штучка. Шест для стриптизера, вот, это хорошая, кстати, мысль. Вот это может быть шест для стриптизера.
Блять, это просто... Да, в натуре. Представляете, это какой-нибудь автомат по... Какой-нибудь гамбургер. Ну, просто в такой упаковке куча гамбургеров. Они, правда, испортились бы. Ну, это жесть, такая огромная посылища. Даже не знаю, что там. Даже не знаю. Так, хорошо. Давайте так. О чем я мог наныть на стриме, что это мне могли привезти вот в подарок? Типа, ну, подарить. Вот, о чем я мог наныть на стриме? На что я мог наныть на стриме? Давайте перечислять. Вряд ли там дополнительное время. Вот вряд ли там дополнительное время. Вряд ли там надувная кукла, которую я надуваю, она такая начинает мне готовить, типа убираться и там стирать. Пабг без багов? Ха-ха! Нет, такого не существует. Не, ну ладно, типа, баги пабга это не самое страшное. Ребят, я играл в арму третью. Меня вот пабговскими багами вообще не испугать. Тысяча куриных голов? Коряк? Коряк? А, ну, а почему-то такая длиннющая коробка. Ну, почему бы нет? Коряк. Коряк? Ну, нет, ну, можно было, типа, не, да не... Двухметровая, ребят, двухметровая. Коряк бы влез и... Намного, короче, коробку можно было брать. Стол там. Нет. Там не может быть стола. Коробка слишком узкая для стола. Это не стол. Это однозначно не стол. И это типа не хромакей, потому что хромакей можно было бы, например, свернуть там, да, сложить и вот так вот отправить. То есть, либо там каркас для хромакея вместе с хромакеем. Вот, и поэтому он такой длинный. Но, блин, каркас для таких вещей, я полагаю, что они как-то раскладываются, растягиваются, но тоже не двухметровые. То есть, там что-то, что не могло бы свернуться, крутиться. Полутораметровые жалюзи. Блин, в то место, куда я хотел идти, стреляю там. Причем хорошо так стреляют. Там труп Янгсани? И охотник. Привет, друга. Насчет губы ради стеба. Ничего не подумай. Ты когда сексом занимаешься, тоже ее прикусываешь? Если можно честно. Спасибо за ответ. Хорошего вечера.
Когда сексом занимаюсь? Я не знаю, прикусываю губы, не прикусываю. Это не у меня, надо спрашивать, типа. Не обращай на это внимание. Чью, свою губу? Ну, это очень важный вопрос, очень животрепещущий прям. Блять, самолет, сука! Как же меня заебал этот самолет? Он все время так не вовремя летит. Да, блядь, вылезет, уёбина, тупая, блядь, застрявшая. Он решил, типа, под звук самолета вылезти, чтобы меня расстрелять. А тут я такой вылез и расстрелял его, да? Я застрял вот тут, я вот тут застрял между коробок. Просто застрял, я не мог двигаться, ну, типа, ни влево, ни вправо. Кайфую, вот когда такое происходит, прям. Ух. Кайфонатор у меня подрубается. Пойдемте мальчика посмотрим. Что у него было? Ого! Вот это мальчик. Вот это мальчуган. Начнется сейчас. Читы, макросы. Ну там тоже чувак. Типа вот расстояние. Вот того чувака за деревьями я тоже услышал. А почему он туда смотрел? Кто-то плыл? Кто-то должен был приплыть? Я буду ужасом, летящим на крыльях ночи. Так, вот тут очень спорный момент. То есть мне надо перебегать. Но
Меня очень смущают вот та баги. То есть оттуда чувачок мог прыгнуть и сейчас благополучно, например, плыть вот именно сюда по направлению ко мне. Так, ну я могу вот здесь засахариться пока. И побежать дальше. Или пока засахариться и закрыть все, что за мной будет. За зоной стрелять. Вот тут может быть типа с низины где-то прийти, потом назад в спину. Это очень не хочется. Я, наверное, от воды буду отыгрывать. Но я опасаюсь, что кто-то может плавать. Какое-нибудь водоплавающее существо. Ну что ж, будем надеяться на то, что гроза нас не подведет и на реакцию, и на рефлексы, и на меткость. Они прям в здании там толощатся. У одного дробовик, у другого М-ка. Ну, сказать, что М-ка тут победила. Что, блядь, как ты выжил? Ну ты серьезно, чувак, я тебе, блядь, ты дурак? Он тебя так долго убивал, он так долго в тебя стрелял. Я еще такую фору тебе огромную дал. С тем, что всадил в него пулю. Ну, типа, потейта, а им чего я могу сказать? Не смог уложить, типа, изейшего противника. А для него он был просто изейший, блядь. Теперь вот у меня проблемы из-за этого кривожопого. Где ты, блядь, стреляешь? Я не вижу его. Макота, уже середина весны, у тебя все елка. Так иди выруби все елки в лесу. Че ты до моей-то докопался? Иди выруби все елки в лесу. Они там охуели, что ли, стоять? Avenger. Ну ты мститель. Так, раз на раз. Четверка. Мне нужна четверка. Четырехкратник есть? Есть. Я думаю, в доме сидит в ком-нибудь. Ага, в доме. Dude Elite. А он все это время он меня слышал. Он все это время меня слышал. Все это время. И просто ждал, типа, вот этот
Крадущийся тигр, затаившийся дракон, чтобы это жрать меня.